А вот и Положовщина пролетела. А вот и третья карта прилетела. Здравствуйте все, кто только подключился. Михаил, друг мой. Да. Ваши ставки сделаны. Ставки от вас больше не принимаются. Легкая, жесткая от энтропик. Как я понимаю, все верно? Я написал, что только в салатах. Чего пользу я не писал. Ну, то есть, заметьте, здесь будет только салат. Все, я понял вас. Здесь должен быть салат, да. Смешать, но не взбалтывать. Именно так. Ну что, французы выиграли ножи, поэтому они начинают за сторону защиты. Ну и давай посмотрим, насколько хорошо умеет дабл пони на оверпассе играть как раз-таки у нас за эту сторону. Что они покажут за защиту. И насколько хороши энтропи, конечно же, будут в атаке, потому что, ну, опять же, раньше у ребят это прям была практически мейн-карта, но вот сейчас они, конечно, ищут еще и более интересные для себя варианты. Итак, у нас же есть перестрелка, Форестера здесь зачекали, и он как бы видит ребят, при этом у него есть декоечка, сейчас в миде могут джок поймать. Поймали! Легко и непринужденно заставили его расстаться с жизнью на банане. И при этом сейчас попробует быстренько, налегке. Атаковать аплэнд. Лаки уже закинулся на трак. Ставит бомбу на морозе. Не желают выбивать сразу же ее игроки обороны. Ну что, афро здесь чуть было не казнили. Чуть-чуть отходит, ой-ой-ой. Слышит, понимает. Ох, как неплохо он стреляет. Что, да. Ждем небольшую размансовку. Здесь уже должны начинать действовать. Ну, аккуратнее надо быть, да, Экзер в итоге все-таки забирает крада, но Лаки смог быстренько разменяться. И дальше Элиан забирает Экзерсайза. Бади врывается, забирает Лаки. Лаки, в свою очередь, французский уже выходит из банка. Выходял, забирает Кьюбека. Элиан, правда, красавчик, на вангу великолепно отыгрывает. И по итогу оформляет трипл килл. 1-0, но энтропик достаточно уверенно пока забирает пистолетный раунд. Сразу видно, что вот опять же ребята знают, что они делают, и в целом карту и друг друга чувствуют вроде бы неплохо. Сейчас, может быть, наши слова, конечно, будут разбиты, а форсбай, но будем надеяться, что этого не произойдет. У меня до сих пор картина перед глазами, где закончились патроны у игрока. Он опрометчиво решил их все потратить, но хладнокровия не хватило. Чуть-чуть с расстановочкой пострелять, и в итоге такая картина была, когда патроны закончились, игрок перед тобой, и ничего ты поделать не можешь. Здесь пока Элен и Лаки делают минусы. Ребята, погибают. Сразу для Бади, да. Тот еще и на воде в итоге отлетает. Не ожидал увидеть крада. Тот действительно здорово вышел с коннектора. Дверь открылась. Бади погиб, и все. Дверь можно закрывать. Сразу 2 в 5 остаются Экзерсайз и Лаки. У нас как раз-таки у команды Double Pony. Ну и мы видим, что пока салат проходит как раз-таки форсбай. У нас как минимум ничего французы делать не могут. Остались два дигла, они, конечно же, будут мусорить здесь бэплэнд, ждать встречи. Но мы сейчас узнаем. Подождите, там крад сейчас придет. Поможет. Крадется, да. Конечно, конечно. Ну, ему все-таки маг 10, можно вылетать. Вот он шорта там немножечко заделся. Его тиммейт, а так в целом пошел вырубать. Есть 3600 долларов. И Лаки еще 3 соточки сверху для себя берет. Лаки на Лаки. Да, вот они и встретились наконец-таки. Ну и мы видим, что наш вантап с Галила как раз-таки француза похоронил. В данном случае, который был на девяточке. Ну и теперь для Double Pony настают времена полных экономических раундов. Опять же, нужно французам уже как-то быстренько подстроиться под атаку. Явно у них старт оверпасса проваливается. Ну, а тут отступать некуда, все-таки это уже десайдер карта. При этом есть возможность еще и пофармиться на Double Pony в энтропик. Главное вот не хранить девайсы, ни в коем случае не отдавать их. Но, в принципе, ребята сейчас мидл берут под контроль. Под Б они уже люркеры оставили. Форестер там находится. На Б они кильбэк, если что, поглядывает, привлекает внимание. Пока ребята займут мидл. Потихонечку, может быть, и длину даже проверит, хотя Лаки ждет. Афро проверяет, пока там глаза боди как раз. Да. Все нормально там. Глаза мне смотри, да, говорит, да. Глаза свои, ты плен держал? Держал, куда говорит, на эльджи не бежал, да? Куда тебя не все время несло? Именно. Что происходило с тобой? Покажи свои честные глаза. Атака со спины. Крат пробирается.
Джоко уже немного на панике. А чё так убегаем-то? Все равно не убежать. Надо сражаться было до последнего. 7 патронов остается. Там бригада. Хотел, видимо, поближе к своему тиммейту, как раз и к своим тиммейтам подвести, тянул, чтобы они постреляли. Да. Ну и, собственно, все равно это никак не помогает. Крат вырубает Бадди, забирает Лаки. Только после этого Exercise разменялся. Ну и, соответственно, в этот момент уже на точке А у нас благополучно бомба устанавливается. И в итоге дальше уже энтропик пойдут на охоту. Маг 10, конечно, Афро попытаться может, конечно, реализовать $600 с них заработать. Но вот позволят ли ему? Тут все пути пока закрыты. И Эллен очень быстро с ним справляется. Да, 3-0. Покупка девайсов. Крат, я думаю, не сильно-то и расстроился, что его лишили маг 10. С честным. О, да, он до этого сколько денег пофармил, да, там торопиться было не обязательно, хотя сейчас опять ничего тебе. Смотри. Да-да-да, он говорит, хочу играть с маг 10. Тебе Галиль, а мне маг 10. Не калаш, именно Галиль. У меня 9000, но калаш тебе не куплю. АВП тебе не нужно, поэтому держи Галиль. Разыгрываем эти девайсы. Какая-то тактика, по-моему, энтропик. Да, тут какой-то лишний тренировочный форс, по-моему, может быть, какой-то полуторный бай, если потребуется. Энтропики, видимо, хотят потренировать сейчас. Они себе создали задел его пока что. И, видимо, пока есть возможность, действительно, парни решили вот проверить. А вдруг настанет такой случай, когда вот придется играть с такими ганами, и что будет? Ну, вот сейчас и узнаем. Тем более, что дабл пони-то потеют. Стараются, тут нет такого, что одни играют тренировки, и вторые тоже тренируются. Нет, дабл пони здесь потеют, им важно выиграть, ну а энтропик могут себе позволить потренироваться. Ну опять же, да, вот смотри, у нас сейчас, видимо, маг 10 будет первым запускаться под Б, остальные с галилами побегут под размены, и галилы, видимо, все-таки поконтрить в плане стрельбы будет немножечко проще энтропика, поэтому, может быть, такие еще ганы выбираются, и поехали. Все-таки где-то маг 10, наверное, нас подзадержался, и далее... Экзерсайз делает опен фраг по Форестеру. Размен у нас пока откладывается. Никелбэк только сейчас поджимает болото. Забирает как раз таки француза. Экзер погибает. Ну и тут уже Джок врывается с шарта. Забирает Крада. Ну и ой-ой-ой-ой-ой. Пусик не работает. Лаки забирает Афро. Конечно же, дальше просто прифайрят по Лаки. Лаки на Лаки опять вышел у нас. Ну и дальше дабл пикоф для Никелбэка. И получается с Элленом. Бадди они раскачали. Правда, потом Джок берет и даблки оформляет. Двоих хоронит. А в сумме уже триплки он делает. Успевает отреволдиться Джока. Нет у него дефьюз китов на руках. Где-то и на время, конечно же, играет Лаки. Все делает пока что более-менее правильно. Джока говорит, ну и черт с тобой. Все, сел дефьюзить бомбу. Лаки выходит, говорит, спасибо за раунд, братва. Ну и 4-0. Ну, отсутствие дефуз китов, конечно, похоронило этот раунд. Очень неприятно, что ребята в этом плане, конечно, простоволосились. Не хватило им 400-очек, чтобы создать большую интригу на этом раунде. Потому что, ну, были бы дефуз киты, действовал бы иначе. А так только было садиться и пытаться разминировать бомбу. А там, глядишь, что-то, может, и вышло бы. Но нет. Да, опять французские пистолеты в итоге нас ждут. Мы видим, что пока дабл пони вроде как пытаются сделать укрепление под точкой Б. Ну и, соответственно, давай посмотрим, что здесь они нам способны показать. Эти самые дабл пони. Что самое удивительное, теперь энтропик вообще решили перейти прям на фул вооружение. 4 калаша и трофейная ямка у Лаки. Против пистолетов. И сразу в итоге Лаки у нас забирает Форестера. Тут еще и украда. Большие проблемы начинаются. Его бади и Джок раскачивают. Понятно. Вот для чем берутся калаши, чтобы отдать их оппоненту. Говорит, с калашами не так идет. Вот маг 10 с галильчиком. Это наше. Это то. Я в момент переключился на игрока Дабл Пони, когда с гранатой в руках сидел Никельбэк, пытался ее бросить. Он говорит, брось, мордой в пол, деньги на ветер, да. Работают Дабл Пони. Ну что, 4-1, как мы видим. Действительно, если, опять же, дабл пони не могут, энтропик решили, что мы тогда вам поможем, парни, чё, нет, а то как-то все скучно будет, давайте внесем мы интригу. Мы вам еще и калаши принесем, наслаждайтесь. Хозяин, просыпайся, мы есть принесли. Есть такой анекдот про тараканов, которых не могли вытравить. Мужику посоветовали выставить все вещи из дома, но он их выставил. На утро просыпается, перед ним тараканы. Хозяин, просыпайся. Мы жрать принесли. Вот и тут просто. Просыпайтесь, ребята, мы вам калаши принесли, будете работать.
Да, будете да. стараться нам проблемы устроить, потому что больно легко прошли 4 раунда, тут какие-то бусты ребята мутят. Очень все это, конечно, интересно выглядит, но при этом Эллер забирает у нас лаки, чтобы неповадно было гулять по карте. А что в итоге? Да. В итоге у нас обязательно МАК-10. Ну, по старой схеме. По старой схеме. Никитбека с МАК-10 заправлять будут. Смотри, Галилов, правда, нет. Опять же, как без Галилов побеждать тебя-то собираются, непонятно. Ну ладно. Нет, ну МАК-10 хороший девайс для того, чтобы открывать плент, для того, чтобы нестись вперед. Никельбек у нас подземочку пойдет, совместно с ним кто-то будет выходить. Сейчас будет борьба как раз таки за мидл. Элиан накинул гранатку, боди пока впитал дэмэдж, начинает отходить. Там уже в подземке ребят прошли. Начинают, в принципе, чудить по точке Б шума устраивать. При этом они уже устроились в подземочке, и можно будет сейчас туалет выкуривать. Интересно, интересно. Получится ли, Афра? А, про Савиком нет, не прощает. Файна ВП команды Дабл Пони, да, работает. И Никельбек в итоге уже отлетает. Мак 10 недорого. У нас падает. Это недорого. Недорого отделались, да, узнали, где Авик находится. Ну что ж, уходит у нас в итоге Афра на лонг. Крат и компания понимают, да, где будет АВП. Ну и, соответственно, сейчас, что, Энтропик развернулся под Б, судя по всему, да, попытаются сыграть от более простого. Уркера оставили пода, чтобы он держал на себе внимание. Тут еще еле... Ой-ой-ой, что творит? Просто вскрывает АВП. Афра не успел среагировать, да, даже не повернулся в его сторону. И стягивает он на себя вообще всю защиту практически. Только Экзор остается. Еще и тайминг, вот, казалось бы, не ловит, но Крат... Немножечко застрелился Форестер, разменялся, и дальше уже выход на Б состоялся. Форестер дает дабл по Джоко, Лаки остается последним, идет забирать Лакис, опять же, который бомбу пойнтит. Он это делает, но Форестер моментально разменивается, и 5-1. Слушай, ну, отлично, заплатили узнать, чтобы АВП где стоит, да, Никельбек? Буквально с МАК-10 вышел. Ребята сообразили, что нужно сделать. Элиан просто виртуоз. Красавчик брависсимо выходит на плен, забирает двоих игроков. И можно уже качать ситуацию, разбираться с опорниками Б, которые очень хотят помочь точке А. Очень нужно помочь срочно вернуться. Но при этом стоит не забывать, что со спины могут заходить. Это, конечно, все очень плохо складывается для Дабл Пони. Что ж, сейчас у них, по крайней мере, есть деньги на покупку девайсов. И седьмой раунд вроде как пройдет в... под эгидой сражения, продолжения. Здесь, правда, нет МАК-10, здесь нет Галилей от Энтропик. Это вызывает подозрения. Легко ребята не хотят играть. Только сложно. Да. Ну, давай смотреть. Опять же, сейчас у нас пока выходят ребята на лонг. Появляется Авик Уэллина. Как раз и туда его и отправляют. Ну и... Ребята постепенно по лангу продвигаются к точке А. Афра, разумеется, вновь тоже нашел деньги на Авик себе в защите, но он, в свою очередь, пока что у нас больше сосредоточен на туалетах. Никого найти, правда, не получается у него. Джоко зато на миду неплох, и вот Форестера он уже закрывает. Ну и дальше вчетвером ребята, видимо, будут как раз с одной линии выходить, что не очень хорошо, и... На этом тоже Энтропик могут погореть. Ну там Крат вроде бы отправился в туалеты. Параллельно ребят, конечно, выходят. Люркер у них есть, но его, правда, убивают. Зато инфа проникает. Есть Элиан еще, который может биться. Но здесь 1-3 очень будет сложно. Дым, конечно, закрывает пути, но готовимся к тому, что будет самое худшее. А именно то, что раунд ребята отдадут. Ну, вначале же я сказал, что подозрения есть, нет МАК-10, нет Галилей. Шутка шуткой, а вот как-то так и получается, что на серьезных девайсах с какими-то более-менее серьезными подходами... Энтропик играет несерьезно. Ну, не то, что несерьезно играют, но у них не выходит то, что они задумывают, и по итогу приходится проигрывать. Да нет, ну просто вчетвером пошли практически с одной стороны, там, наверное, все-таки троем, поспешили. Троем, троем. Ну, где был еще один? Где он там в итоге оказался? В туалетах сразу оказался. На прицеле? Но... На прицеле. Не выиграл ваши дуэль, явки, не явки. Но по факту не пошли вчетвером. Все было нормально. Ну, что, если 5-2? Бы он убил... Лучше расскажи, кто у нас тут паузу берет. Паузу кто берет? Сейчас узнаем. Посмотрим. По логам, так сказать. А ты, в принципе, на кого рассчитываешь? Я не знаю, но у Энтропик уже 5 в атаке взяли. Я не знаю, зачем, если они паузу берут, что тут какие-то тактики совсем космические обсуждать. По сути, наверное, Дабл понят, что-нибудь придумается придумать, потому что они не понимают, что происходит вообще в этой катке. Ну смотри, 15-14, Дабл пони взяли тайм-аут. И блин, у них там счет 15-14 проигрывает, тоже взяли тайм-аут.
Чувствуешь? Понятно, Тут понятно. все на паузах, параллельно матчи идут, и вот буквально синхронизация у ребят. Но то, что блинки потеют, это, конечно... У них там все DLC параллельно да. очень сложные Ой-ой-ой, матчи. Как? Да, везет. Да. Это называется везение в Counter-Strike. Это очень неприятный момент, когда ты вроде бы и попал, а по факту попал дважды. Сначала в человека, а потом то, что его не убил. Вот тебе и попадало. Да. Ну и в итоге потом еще и Лаги как раз таки везет. Перестрелки на воде, он закрывает как раз таки уже нашего Лаги. Что-то прямо наверх пасе ребята стали часто между собой встречаться. Еще и Бади простреливает у нас. Крада через деревяшку с хелпы из точки Б под коннектором. Ну, в общем, все печально получается пока что. Но Форстер вроде пытается спасти ситуацию. Афра забрали, правда тут же буст француза придумали. И тут же его разрушили. Увидели, испугались, решили отмену устроить. В итоге там молики прилетают, пока флешки. Что интересно, молоток-то не заехал как надо. И по итогу проблема. Никельбека в итоге добивают. 4 в 2. Опять какие-то очень мутные раунды получаются. Опять какие-то сложности придумывают. Ты же ребята. Видишь. Да, да, они смотрят на друг друга и... Нет, говорит. Форестеру в глаза посмотрите кто-нибудь после этого. Обязательно. Просто теперь Элиана оставили попотеть. Скайп говорит, потеет Элиан. Ой, да. Я тут услышал, что Элиана забрать хотели в другой коллектив. И такой, нет, 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 нельзя. Не рушьте то, что строилось. Опять да попадание не везет, да. И не убил. Да ладно, Counter-Strike. Что? Ты хочешь этим сказать ребятам из Entropic? Может быть, надо что максимально, пора да? Буки, да? Пора Хватит. Уже начать играть. Хватит, говорит, на расслабоне, а то сейчас Фортуна покажет вам выход. Да, на точку Б. Прям, действительно, прям навеки судьбы пошли, мол, Entropic, давайте-ка. Вы либо соберетесь и начнете играть, либо доиграетесь сегодня. Молотов, ну, перед Эллином пока пройти эко. Нельзя. Да, пока в Entropic эко раунд. Опять же, пистолеты. Скорее всего, отдаем четвертый. Ну, пока, опять же, можно сказать, конечно, 5 в атаке на верпасе это неплохо, но брать-то надо бы побольше. Раундов 7-8 хотя бы, и можно жить. Ну, время еще есть, поэтому посмотрим. Да. Попытка провести отличный раунд с пистолетами пока не увенчалась успехом. Уже кстати, двое. Вот потенциально, да, неплохо. Крат и Эллен вроде как хотели Джокер-то закрыть с двух сторон, но тут тот понял, что над ним хотели пошутить. В итоге покрутился, всех развалил и ушел спокойненько у нас на точку А. Достаточно много раундов. Дабл пони на иншенте отдали пистолетом и форсбаем. Поэтому... А и на вертига мы помним. Да, что да, они да. Отдавали. Надо это фиксить, надо фиксить. Они это прекрасно понимают. И вот моментами, конечно, они без шансов. На иншенте даже были моменты, где они просто без шансов пистолетки. Все перестреливали, знали, как надо действовать. Ну и посмотрим сейчас. Вроде бы устроили здесь, каждый в пиксель смотрит, знает поставленную задачу. Ну, главное, чтобы аимчик не подвел. Всего лишь одна флешка, потому что боди уже сбривает у нас никельбека. Боди, боди, боди! Нагло так стал, что самое интересное. Но при этом справился, вопросов к нему нету. 4-5, покупка девайсов для Entropic. Заряженные парни по полной будут исполнять. Единственное, что АВП у Эллиона нет, но что поделать, по экономике немножечко пришлось подпросесть. Это 10-й раунд, еще пятерочка будет впереди. Пока непонятно, за кем же останется первая половина. Но мы, конечно же, в сердцах всегда за коллектив Entropic. Но если дабл пони все-таки вырваться вперед, мы против не будем. Тут уж достойный, тот побеждает. Exercise. Решил смоки здесь нашпиговать, пока небольшая стоямба. И через паузу у нас будет выход на B-плент. Вот, вот так простенько, без какого-то контроля, без шарта, без всего. Просто ребята будут выходить. Да, так и есть. На монстра пошли все дружно. Никельбэк сбирает Exercise, хоть и флеш, но это не мешает ему. Тут Афро работает с ВП шарта, попытается Боди помочь с воды. И их пока бреют. Нет, не успевают. Не успевают Боди забрать. Форестер все-таки за ним, префайером приходит, разбирает. Ситуация бомба не установлена. Тут со спины Джока еще будет выходить. Выходить, и главное, шарта там Лаки работает. С ним тоже надо справляться. Это 2 в 2 без установленной бомбы. Ребята попробуют уйти. Видимо, на А-плент. Не обязательно еще целую минуту. Еще целую минуту. Торопиться не обязательно. Хотя
Получше под перекрестный огонь друг друга они пытались прикрывать сейчас, но как-то не пошло. Жалко перестреливает Форестера. Тут же еще и Никил Бекес хаешку. Потом не попадает только по головам. Никил вырубил Аки, но Джока сейчас имеет превосходство и по позиции, все-таки и по ХП немножечко. Обходит он Никил Бека, замечает его, выдает свою позицию, и Никил как будто не понимает, что происходит, и в итоге уже 5-5. Интересный заруб, конечно, был, но Энтропик по пути просто сломались. Сломались, конечно же, дабл пони отлично воспользовались возможностью зайти со спины. Это, конечно, спасает их положение, отправляет Энтропик у нас опять на экономический раунд. Пистолет с арморчиком. Ну, здесь хоть арморчики есть, в прошлый раунд вообще даже арморов не было. Теки присутствуют, то есть ребята попробуют, наверное, мидл брать под контроль. Мид совместно с подземкой. Вот что мы давненечко ждали. Главное прорваться. Главное попытаться. Мне нравится, что у нас дабл пони неплохо простреливают с точки Б там подземку. Стоять там много нельзя. Можно сразу же получить нагоняй. Мидл пока апро вышел чекать СВП. Ну и вот Эллен пытается завязать с ним драку. Тут же побежали по банану игроки. И есть уже минусы со спины Джока. Делает двушечку. Бомбу надо поставить. При этом Эллен попробует Джока закрыть и забрать у него девайс. Красному подкидывает Лаки дым. СВП наблюдает. Эллен все дождался, дождался. Забрал. Где девайс? Девайс, по-моему. Да, здесь сверху все нормально. Бомба еще не установлена. Ребята пытались еще сделать фраги. Но вот завязка такая, что Эллен не успеет просто помочь. Если ребята будут более бдительны. Интересно, что они на длину побежали. Смотри, Никельбека не чекают вообще. Никельбеку просто не хватило более серьезного девайса. И не хватило хпшечек, может быть, в край. Полтинчик да. Только снял. Ну что, Эллен 1-2. Эллен 1-2, и бомба потеряна. Тут уже, конечно, Экзерсайз и Лаки не должны такой раунд отдавать. И они, ну, не уверены. Лаки стреляется, конечно, как-то еще и в морики полетели под Эллена. Убегает Эллен благополучно. Лаки решил прелоудиться. Отпускает оппонента. Дает Эллену второй шанс, скажем так, поиграться. Лаки сразу берет тавик, уходит в банк. Ну а Экзер оставляют уже на мусорке работать. На время просто французы решили отсидеться, чтобы уж не погибать. В принципе, правильно играют. Может быть, это, конечно, немножко уж слишком трусливо, но... Ну, на время можно сыграть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну что вы вытворяете? Ну, побежал, да. Догонял, решил поиграть. Не играет в хоккей. АВП тут валялось. Да? Тут же АВП где-то валялось. Но по пути оно не попалось, Алена. Ах, оно на банке валялось снизу, точняк. На лесенке. Ну, 6-5. Расслабились, очень сильно расслабились. Энтропик опять же, да. Ну вот опять раундов вроде как есть, и вроде все нормально. Но вот как будто Энтропик такие тоже посчитали. Ну 5 раундов взяли. Можно и начать шалить. Можно посмотреть на то, как они шалят. Но не очень хочется смотреть именно на шалости. Хотелось бы посмотреть на серьезную игру. Где-то моментами, конечно, ребята серьезные, но порой что-то тренируют, что не заходит просто против дабл пони. Ну а дабл пони под конец все-таки собрались. Меньше и меньше ошибок с их стороны. Стараются работать на победу, поэтому и борьба присутствует. Эллен здесь на длине пытался встретить, но все-таки не встретил. Крат, однако, настреливает, мидл. Есть война, Афро пытается здесь СВП все-таки заставить ошибиться. Как жаль, что Эллен прошел по длине и не заскочил в туалет. И, конечно, сейчас инфу вроде бы должны получить, что Афро здесь топнул. Но пока Эллен будет, видимо, встречать Лаки. Оп. Да, тот гранату достал и там остыл, просто чеку выдернув. Ну, тут без вариантов, да, тут, конечно, он не мог даже предположить, что, понятно, так вот пройдет, потому что, ну, по логике тогда были сначала должны убивать Афро, потому что его должны были тогда сплитовать. Нет, просто на него забили, убили опорника, и Афро не понял, что произошло тоже. Форестер в итоге закрывает экзерсайза на точке Б, все, Афро раскачали и бросили его в итоге ни с чем, как раз кисавить яви, потому что тут уже раунд без вариантов, тут никак его не выиграешь. Но вот и Энтропик, опять же, да, сыграли грамотно под размены, где-то более даже хладнокровно, чем даже следовало изначально. Казалось бы. И убрав опорников, спокойно вышли, поставили бомбу. Слушай, ну здесь такое ощущение, что раунд прошел в таком темпе, что дабл пони даже не поняли, что произошло, потому что Лаки там просто спит. Афро уже такой
Я тут стою в миде, на точке Б уже тиммейта убиваю. Говорит, что нет, происходит? Почему он как скид? Он же смог кидал под монстра, он хотел смог под монстра откинуть, и потом уже помогать Зяфру, видимо, идти. А в этот момент Эллен пришел. Но, опять же говорю, он же не мог вот так подумать, что Эллен просто плюнет на Афра, обойдет его и пойдет дальше точку А убивать. Но при этом никто длину не чекал, за ней не следил, оттуда проблемы ну, и пришли. Потому что я говорю, потому что по сути сначала должны были убивать Афра. Он же спалился. Если по логике должны были убить его. Ну там он спалился, шума было много и долго за позициями никто не следил. По итогу дабл пони, конечно, дали трещину, показали им аккуратненько энтропик, где у них глубокое дно, по которому легко пройтись. Ну и сейчас 13-й раунд, при этом 5 калашей, все вроде бы бодренько, там и ВП от дабл пони есть, и МП-9, вот она. Опять ситуация, что теряют игрока на подземочке. Опять. Да, крат под кулаками не смог с бади разобраться. Тут реализовывает хорошо очень буст. Ну и дальше уже по одному стали играть у нас энтропик. Но вот такой КС нам не нужен в данном случае. А просто спокойненько вырубает Форестера. Никакого намека на размен, разумеется, не было. Ну, это печально, конечно. Это печально. 3 в 5 уже ситуация. И шансов на 13 раунд крайне мало сразу остается. Очень, очень печально видеть, когда все вроде бы. Один раунд видишь такой интересный, задумка просто крутейшая. Другой раунд какой-то спад, одиночество. Но есть еще шансы выйти под аплен, только что эти шансы бежит, Джокер растоптал. Да, куда там? Какие шансы? Опять один бежит на плюсы, говорит, сейчас я ворвусь. Ворвался. Вот это Вася врю. Да уж, и следующий теперь под Б. Теперь под Б пошел. Зачем? Да ладно, говорит, денег хватит на закуп, я просто зайду у них девайсы выбить. Не, это не те энтропики, которых мы любим и уважаем. Это те энтропики, которых мы обычно смотреть не желаем. Поэтому заканчивайте с этими энтропиками, несите новых. Ну вот, или прежних старых. Последний у нас остается, пока 1 в 5. Собственно, уже, понятное дело, идти нет смысла никуда. Он сидит, сейвит калаш с армором. Ну и его французы вроде как тоже отпускают. Ну и опять получается так, что добрый энтропик взяли и принесли калаши своим оппонентам. Говорит, а что, нам они не нужны. Держите, ребят. Try too hard. Да. Давайте-ка, ребята, покажите все самое-самое. Собственно, двигаемся далее. 14 раунд. Совсем немного осталось до конца первой половины. Счет, конечно, пока не позволяет нам как-то сильно волноваться. Но Афро, может быть, заставит задуматься об обратном все-таки. Итак, пока медленно, очень медленно работает энтропик. Вот уже Лаки удается прошить до 44 хп. Тут же Афро проседает. И вообще его по итогу крат добивает коннекторе. Как заработали энтропик. Вот смотри, прям кто просил совершенно этих две разные лезть команды. Да, да. Кто просил этих парней лезть? Они сидели нормально, на своей половине карты, у них все было отлично. Взяли 7 раундов, получили а потом преимущество. Потом Бадди такой говорит, пацаны, помните Эшет? Да, да, да. Не хотите, покажу что-нибудь еще новое. А Бадди в итоге, кстати, никуда не полез, да, полезли другие. Ну что, этот раунд можно записывать в худший для дабл пони. И дергаться им особо нет смысла, иначе они пойдут просто отдавать девайсы. Хотя, конечно же, желание есть, посражаться. Ну, не настолько уж энтропик должны быть... Насколько они должны быть слабыми, да, сейчас, чтобы прийти и отдаться в этом раунде. Раскидочка довольно-таки жесткая пошла. Флешечки спереди, прессочки за спину. Отваливается один, отваливается... У нас горящий боди. Лаки там тоже отвалится от никельбэк. Эксерсайз. 1 в 3. Борец за будущее своего коллектива. Обрывается плен. Просто жмет. Но нет. Нет. Крат сильнее. Крат уже ждал. И там вообще, в принципе, вариантов особых не было. Но пони они такие. Иго-го. Вперед. Подкованные. Шальные. Эх, 7-7, да, временная вот, ничья. На шальной ретейк они пошли в меньшинстве. В итоге под последний раунд остаются без нормальных пушек. Сейчас под паузу попытаются разобраться, кто с чем будет играть. Видим, что уже как минимум Афро у нас с Фамасом вынужден будет побегать. У Джока нет денег на М-ку и армор, поэтому все-таки экзерсайз и бади с кольтами. У Джока МП-9, гранаты. Ну и Лаки тоже берет
М-ку и раскидку. То есть у нас французы решили играть без дефьюз китов. Что ж за кони у нас с тобой такие, Михаил, сегодня привередливые. Уже был момент, когда не хватило дефьюз китов. И они продолжают делать, настаивать на том, что они им не нужны. Либо пан, либо пропал. Только драки на кулаках их интересуют. Тактически ребята сегодня минусуют. Так-так-так, и а-ля! Как тут у тебя сегодня, господи? Почему? Такая невезуха. АВП прокованная, какой-то мы сегодня подскинули. Ну и в итоге стреляет холостыми. Оно куда-то там действительно по пяткам все только. Экзерсайз выживает у нас благополучно, уходит под монстр. Ну и дальше уже на распрыжке прочекали атаку в воде. Поэтому собирают сразу за информацию. Они уже ее получили. Они просто заняли сейчас подземочку. Они со спины афро заслали. Если вовремя смогут энтропик это понять, кратко раз-таки развернулся. Возможно, он встретит афро. Так, уже есть проблемы с подземкой. Там как раз-таки Форестера разобрали. Каждый раз здесь кто-то погибает. И почему-то убивают именно дабл пони. Они потеряли Форестера, потеряли Крада. Теряются просто энтропик. Засада. Да, этот раунд все, беда. Вроде бы все видят, все понимают, но... дабл пони просто... Не убили экзерсайза, не... Знаю, не повезло, опять же, что их сразу прочитали. На распрыжке сразу прочекали, сразу везде все поджали. Парни, в свою очередь, тоже сели уже сразу под Б. Ну и в итоге оказались уже не у дел. И вот тебе и 8-7. Вот тебе и приехали. Что, ждем? А нет, счет куда приехали? Счет вполне хороший, опять же. Главное, эту защиту сразу начать нормально отыгрывать. И тогда все будет нормально. Нет, насчет счета, конечно, никаких пока сомнений нету. Вторая половина только впереди. Тем более, мы-то знаем, насколько эти ребята хороши. Умеют себя проявить. Главное, желание. Тут главное желание, и все будет. Ну да, в принципе, в параллельном матче у нас тоже, пацаны, говорят, главное желание играть три карты. Да-да-да, я видел там 16-14. LDLC выигрывают Blink. Все-таки справились, смогли. Пауза не помогла, но третья карта поможет. На ИСТИ я от трех карт увернуться сложно бывает. Да, такая же. Это такие вещи. Итак, продолжаем. У нас дабл пони. Посмотрим, насколько хороши на карте Overpass теперь уже в атаке. Но вот насчет этой, конечно, составляющей есть большие сомнения, что тут французы смогут показать при условии, что энтропик не будут заниматься ерундой. Но вот, может быть, дабл пони нас как-то приятно, а кого-то неприятно удивят. Элиан уже поджимается, спины попробует зайти, афро будет самым первым стыковаться с ним, и есть хедшот. Пришлось потратить, конечно, 8 патронов, вот так вот быстренько. Оп, 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 все, оп. Крадик забрал за Джока, Лаки быстренько разменивается, никелбэк, понимает, куда пойдет атака, сразу пытается для себя самую лучшую позицию забрать, а не угадывает он с направлением атаки, то Элиан в итоге тоже ошибается при поджиме, но ситуацию спасает Лаки. Лаки француз забрал Элиана, наш Лаки забирает Бадди, и уже ситуация 3 в 2. Лаки. Тяжело будет сейчас пройти, тем более Лаки здесь под прицелом, угол держит, да, раз, хорошо. Раз, слышит монстр, будет два, скорее всего, либо тиммейты помогут. Но в итоге Лаки французский остается как раз-таки 1 в 3 сейчас тащить. Раунд выбегает на нашего Лаки в очередной раз, и они обязаны постреляться друг с другом, давай, добивает его, и это 8-8. И это опять наш Лаки, французского Лаки, убивает. Дуэль их продолжается потихонечку. Интересно, есть ли на самом деле какой-то там дуэль? Знаешь, такая, я хочу его убить побольше раз. Говорит, оставьте мне его. Не знаю. Вряд ли ребята друг друга это специально выискивают, но на оверпассе они прям действительно стали частенько встречаться. Что ж, не стояла бомба, дабл пони, сразу делают эко-раунд, Эллен с эмкой зато поджимает у нас мидл, шаров вырубает Джока, дает дабл кью по афро, крат с эмпэшкой оказался рядом, забрал Лаки, немножко деньжат под парню, Эллен дает трипл кью по экзерсайзу, ну и осталось добить только уже несчастного Бадди. Ой, а Бадди-то вот не несчастный, силен бродяга! Душечку дал, Эллен, конечно, на размен. Ну что, потеряли денег немного, ребята. Потеряли. Да. Тут 4500 и 3450.
Ну, надо просить финансовой помощи у коллектива. Это, конечно, ударит на по финансам на дальнейшую игру. Ну, дабл пойнт сейчас на калашах. Но мы присматриваемся к обороне энтропик. Она довольно-таки сильная. И не забываем, что оверпад все-таки для КТ порой очень-очень удобная карта. Все, конечно, соответственно, зависит от того, против кого играешь, какие наработки есть. Ну, вот Элиан вышел просто в подземочку и выдал минус по афро. Тут уже дабл пони, наверное, немного поумерили свой пыл. Надо играть аккуратнее. Лаки здесь пока возле смоков. Под Б. Выходит там дабл пони, чекают воду и подземочку под контролем держат. Но в целом они ограничены в передвижении. И крат на данный момент закрывает мидл. Так что здесь сейчас с эксерсайзом должна быть встреча. Оп, встреча произошла. Эксер вырубает крада. 4 в 4. Ну и минута 10 на таймере. У дабл пони достаточно много времени, чтобы, конечно, разыграть свой раунд, который они задумали. Но мы видим, что пока ребята продолжают сражение за мидл у нас в первую очередь. И потом уже, если получится заработать большинство, наверное, от него попробуют как раз-таки на более ослабленный плент выйти. Ну что, Элли у нас пока в туалетах. Готовятся к встрече с оппонентами. Но они к нему идти не хотят. Зато здесь Лаки встречает одного игрока. Спрей немного не так пошел. Там пришлось подпрыгнуть. Благо, никельбэк еще рядом. Здесь вроде бы Б более-менее под контролем. Главное еще Форестера успеть. Он уже под девяточкой действует. Ну что, три игрока атаки направляются под Б. Никельбэк готов к эксерсайзу встречаться. Накалил его. Граната тут же от Форестера полетела. Шартаджику. О-хо-хой! Двушечка-то какая! Ай, Форестер, молодец, просто лучший. И получается Джоко один сейчас. Понимаю, что тут есть еще Элиан. Пытается с ним стреляться. Времени-то особо нету. Элиан, он убегает. Он убегает в плент. Слушай, да, вообще бомба, парни решили его оставить. Лежала. Просто гулять. Отпускаю Джоко с миром. Ой, ну это так пикаться, конечно, опасно. Тут по экономике своей надо тоже подумать немножечко. Не надо лезть под калаши. Ну, 10-й раунд в итоге энтропик не без труда. Не без труда, но все-таки забрали. Экономику немножко потеряли, но можно раздропаться. И дальше с дабл пони бороться, потому что они тоже будут фартить. Они прекрасно понимают, что у энтропик нет денег. Не, ну все же энтропик... Они не фарсят, а они странные. На веселе. Энтропик на веселе. Тут как ни крути, все равно на расслабоне. Вот эти моменты, пики в последний момент зачем-то получить по голове. Да ладно. Странно, что французы не стали нормально форсить. Они могли нас за экономить нормально бороться. Ну вот, видимо, уже какое-то давление ощущают на себе. При этом у нас, посмотри, как Форестер пушит, просто ребят разваливает. Еще и к третьему игроку вышел в гости. Отлично, говорит, минусы на мой счет. Будьте добры, зачислите. Осталось двое, афроэксерсайз. Ну и здесь энтропик должны этот раунд закрывать вроде бы спокойненько. Плюс надо бы поработать насчет экономики. Если сейчас выжить пятером, то, в принципе, неплохой буст будет. Прям очень важно максимально сейчас количество игроков живых оставить. Дальше что у нас? Дабл пони покупать будут девайсы. После еще мы лустрик, скорее всего, увидим от дабл пони. Значит, как деньги им будут. Смотри, у Джока нет денег, у кого-то остальных по 2200, у Аки 1600. Ну, то есть надо было всем форфсануть нормально, поиграть, и у них был бы шанс. А так вот эти вот пистолеты, ну что, 11-8 и сейчас что забавай получится. 4 калаша галил, гранатами там непонятно какие. Да. Давай посмотрим. Ну, смотри, что денег хватает. Придумают. Денег хватает. Там 5900, 5600. Я же говорю, лустрик, он помогает. Помогает дабл пони в этом. В этой ситуации. Но это 11-8 ну, вот и пауза. От французов, да, скорее всего. Угу. Французы берут, наверное, ИК у нас паузу. Чтобы как раз-таки тоже подумать, кто с чем побегает. И куда лучше как раз-таки пойти. Потому что раунды-то должны уже сейчас, ну, если не ключевыми быть, то близкими к таковым. Потому что деньжат маловато всегда у дабл пони. Джока мы видим, кибир, второй армор плюс калаш. И всего лишь один смог. Но остальные тоже у нас берут, понятное дело, вторые арморы, калаши. И у них хватает денег на гранаты благодаря как раз-таки лустрику. Потому что, да, ребята все-таки пока в атаке ничего не взяли. И за счет этого... могут они нормально закупиться. Но тут у Экзерсайза даже косарь остался. Видимо, тут парни думали, стоит ли им, может быть, АВП даже попробовать наскрипсти для афро. Но пока они отказались от этой затеи.
Решили очень быстренько отправиться в четвером под Б-плент, при этом Exercise отправили посмотреть мидл, но там очень быстренько раскидываются гранаты, пушится мид, пушится подземка под свой контроль. Нет, не пушится, но занимается. Под свой контроль ребята здесь сразу позиции взяли. И уже он поражал, да, дал всю инфу своим тиммейтам, собственно, и, в принципе, да, по Бонни должны сейчас быть заперты с двух сторон, так же, как и тогда Энтропик в одном из раундов. Ну, главное, чтобы через смоки случайные пули не прилетели, не стреляли нас Форестера, Лаки. Крату здесь накидывали флешечку. Ой-ой-ой, аккуратней, да, аккуратней надо быть. Не надо, не надо, вот это их вот пробежек тоже под пулями оппонента. Ну что, дабл пони понимают, что их вроде как готовы уже встречать, но все равно идут до конца воевать, все, пошло мясо. И самое интересное, что под самый тайминг Эллен уже забирается у нас на девяточку. Полетели гранаты. Ой, как неприятно. По голове-то прилетает жестко. Крат делает размен. Не пропускают Лаки. Что ж, за плент пытаются биться дабл пони, но они выходят как бы на пьедестал и гибнут там один за одним. Бодит те же девяточку под прицелом. Там у Крата АВП. Ой-ой-ой, Лаки. Ну вот он уже спасает Крат своего тиммейта. Дает трипл килл по Бадди. Был замечен также Афро. И никелбэк его уже добивает. Ну, в том, хороший раунд в защите получается. У Эллена, конечно, там были проблемы на девятке, но тиммейты разменяли его вовремя и потом уже довели дело до конца. А вот и раунд, который все-таки... Ну, опять же, ну смотри, дабл пони сразу были прочитаны и все равно не пошли до конца тоже. Да, вот да, показательный. Зачем? Раунд показательный о том, что не понять, почему дабл пони не умеет отказываться от своих задумок. Но они все тоже прекрасно понимали, либо, ну, не осознавали. Хотя тоже странно, ну вот опять попробуют начать сначала, взять под контроль воду, тут уже под прицелом их держат, Форестер делает минус, и опять они в попытках выйти на Б-плен сейчас потеряют кучу игроков и в итоге растают. Так, ну, Эллен... Ставиками ты сегодня не везет нам прямо, а? По ногам постоянно попадаем, но Эллен на том зато с P250 ультует, взрывает Джока, дает даблкил с P250 по Афро и Лаки. Ну, а дальше Экзерсайза можно добивать, и Лаки этим успешно занимается. 13-8, опять же, пока Энтропик действительно не позволяют за себя переживать, до победы не так далеко, но и сильно расслабляться не стоит. Три раунда остается Энтропик, с одной стороны... далеко, с другой стороны, очень близко. Но проблема лишь в том, наверное, что у Double Pony лустрик такой великий, что денежки сыпятся постоянно в большом количестве. Если они еще и бомбы будут ставить, то каждый раунд будет закупаться. Да, поэтому... деньги деньгами, но они как-то и бездумно уж совсем играют. Ну, тоже есть. Энтропик тут даже есть. Больше интерес, наверное, это добавляет. Как раз пацаны всегда с девайсами вроде не бегают. И его можно, на... можно где-то посерьезки поиграть. Не надо приносить им девайсы, да, как за первую половину. Это, да. Денег хватает. А то узнали, сколько можно, пацаны, калаши вам приносим второй раз подряд. Вы чё? Так и есть. Ну что у нас? Афро прокидывает здесь гранатку. А что это за беда такая? Никельбэк, что со стрельбой? Просел немного. И его казнили. Ладно, там Эллен с АВП есть. Да. Но Эллен сегодня тоже по ногам пока исключительно попадает. Всю обувь попортил. Опаньки, боди. Замечает Форестера на гриле. Забирает опорника под Б. Ну что, похоже, что это намек на 13-9. И опять же французы пытаются еще остаться в игре. Что самое интересное, французы наконец-таки показали более-менее спокойную, уверенную игру этот раунд. И, видишь, и подсадочку сделали, и смогли законтролить поджим. Ну вот опять Крат спокойно так прошел. Как? Да как Изак стрельбит? Сегодня что стрельба-то реально, а вот пацанов? Ника привет передает. Говорит, все нормально, парни, такое со всеми бывает. Ну что ли приехал, раз Ника-то привет передает? Именно. Что у нас? Крат, Эллен. Остались вдвоем против четверых. Вот тебе и раунд для дабл пони. Очень жестко боди работает по краду. Без шансов. Никелбэк поджимает, он не убивает. Сейчас на шарах не убиваем. Ну вот опять же, тут не столько, видимо, сами дабл пони выиграли, сколько Энтропик решили подарить раунд оппоненту. Да, не доиграли моментик. Есть такое. При этом по финансам пока все в порядке. Есть возможность закупить эмочки. У Эллена будет АВП. Да и на следующий раунд там тоже можно будет поскрести по сусекам и найти на какие-то девайсы. На эмки с первыми арморами и пару микронат там хватит.
Но мы не на это рассчитываем, мы рассчитываем на хорошую игру. Эллен уже открывает этот счет. В этом раунде забирает эксерсайза. При этом попробует еще и на длине дождаться Афру, который там рядышком пока шариками тусует. Бомба смотрит мидл, подсадки под Б. Ждут, что Джока выйдет на конфликт. При этом очень далеко все даблпони. Прям опасаются, опасаются. Но все-таки мидл чекают. Эллен пока за длиной наблюдает. Ну и пассивная игра даблпони, учитывая, что они уже потеряли одного игрока. Очень аккуратничают. Посмотрим, что в итоге придумают. Пока мы видим, что бомба стягивается под Б-плент. Туда же Афрус летит с ВП. Но последние выходы были неудовлетворительные, честно говоря, под Б-плент от даблпони. Вот так простенько, если пойдут, то многого не стоит от них ожидать. Конечно, но... при условии, если энтропик расслабится. Тут такое да, бывает. Но вот было ожидаемо, что вот у даблпонька это прям дефолтная атака. Прям вот ну, такая дефолтная. Фугишек мало. И, разумеется, из-за этого им сложно что-то показывать в второй половине. Но вот просто посмотри, легко в линию собирает Лаки-Лакис, Боди, Афро, все полетели. Опять же, вроде они и флешки кидали, вроде бы что-то делали, но все прям так по дефолту, все прям на ухе. Все это очень легко читается. Нужно больше фишек даблпони искать, конечно, и им будет чем заняться в паузах, которые там, я думаю, что зимой скоро все-таки будет, да, под Новый год у нас в европейском кейсе. Так что будет действительно ребятам и тренеру в первую очередь поработать над чем, если все-таки даблпони планируют потом оверпад чаще катать. Атака новогодние праздники, время отдыхать, но для тех, кто плохо старался в этом году... Праздники да. отменяются, говорит Михаил, и желает даблпони приятных праздничных тренировок с самими собой. Это, знаешь, я думаю, что опять же, тут не очень-то много работы нужно. В целом у них, может быть, более-менее защиту поставить не так трудно, а ну, видно, что просто атаки нет. Хоть что-то надо будет подготовить. Либо банить эту карту. Слушай, ну контроль все. Карты просто сделали бы. Воду сначала отжали бы, как они подсадочку делали, разведку провели. Они просто постояли по карте, очень боялись куда-либо пойти. Никакого контроля не было в итоге. Ну, пацаны, под бетт, в принципе, не шумят. Много гранат не кидают. Ну, давайте попробуем сходим. Давайте попробуем. Но это же никакого КСа, скажем так, глубокого. Это как мне один человек написал, давно не общался с ним. Он говорит, а я и не думал, что КС какая-то сложная игра. Ну, конечно, тут... Если вот такие матчи проводить, когда вот ребята идут в одну точку и стреляют, то да, в принципе, КС такой несложный. Сложно для кого-то, беги, стреляй, да, и все. Вот. Далеко ли ты с таким КСом потом только уйдешь? Это уже вопрос к поням. Ну вот, ребята, пришли на третью карту. Энтропик здесь показывает им, что нужны какие-то стратегии, ребят. Мы, конечно, готовы с вами играть налегке, не сильно напрягаясь, даже порой... Смотря вам в глаза, не стрелять в вас, да? Сколько там на подземочке игроков погибло да, просто да. Без стрельбы. Но, говорит, но даже при таких условиях вы просто не тянете. Ну, сейчас попробуют разыграть длину. Посмотрим, там крат подкрадывается. Подкрадывается крат, а ребята в бок смотрели, но Афро благо среагировал. Тут же забрал. Эллен откидывает Смакевич. Будет пиксель наблюдать, если кто-то откроется. По банану пока продвигаются игроки. Нужна помощь. Форестер пока прокидывает флеш, чтобы ребята отвлечь. И при этом стягивается по банку Лаки. Лаки никельбека забрал. Ой-ой-ой, как неприятно. При этом... Да! От Эллена мы видим хедшот, хотя нагло очень действует. При этом знает, что с длины может прийти АВП, эксерсайз. Пытается сразу же здесь Лаки закрыть. Эллен уходит на скрытую позицию. Попытается с банка здесь пиксели работать. Но уже бодяночь проходит, уже проблема. Здесь, конечно, плен раскрыли. 14-10. Вот дабл пони потихонечку, помаленечку смогли. Да, конечно, на длине не очень приятно было видеть, когда под флеш выходит игрок. И толк с этого не вышло. Ну да, 14-10 все-таки даблпони. Иногда что-то показывают в очередной раз. Или, опять же, возможно, все могло быть иначе. Закиньте флешку получше. Но, так или иначе, борьба продолжается. Все-таки уж, наверное, совсем салатом овербас в итоге мы назвать не можем. Однако сразу Этропик дали нам ощущение, что переживать насчет них не стоит. Сейчас, конечно, какие-то совсем булы под шартом дикие получаются. И Афро, как в тире, начинает оппонентов собирать. Минус Никьюбек, минус Форестер, мисс шотит Савика Эллен. Ну, Савика у него на оверпасе мало летит, конечно. И
По итогу, Крат классно прошивает Джоко. Немножечко возвращает уже интригу в сам раунд. Лаки, правда, здорово выходит на шорт, да, забирает своего как раз-таки друга, товарища. Лаки погиб наш, а Лаки французский дает даблкил на точке Б, забирая еще и Крата. Да ладно, я не знаю, что это происходит, такое? Я говорил, сколько он сегодня будет пазлить-то? Эля, отберите братишка, у него ВП. Чего? Братан, прекращай. Сначала, представляешь, сначала катастрофически не везло, он попадал, но игроки не умирали, а теперь такое ощущение, что уже внутреннее какое-то, знаешь, опять промахнусь. Но он же не уверен на 100%, что он попал. Это вот дергание прицела в последний момент тоже, вот, куда-то прям так по рукам ему за это типа выдал. Не знаю, по рукам. Элен отличный тиммейт, как-то с ним удалось один раз сыграть. Вот, человек спокойствия, если что. Очень спокойный человек. Вот прям... Я надеюсь, что сейчас он так же спокоен, как и обычно, и проблем никаких нет, потому что действительно эти дергания... Вот это проблема с тем, чтобы попасть... С проблемами, если их нет. Нет экономики у команды Entropic, так что дабл пони должны на 14-12 пока что выезжать. Но потом Entropic пора уже будет собраться все-таки с мыслями и игру-то закрыть в свою пользу. Дабы не доиграться до совсем беспредела в данном случае. Ну и вот, смотрим, что в итоге Entropic нам покажут. Пока понятное дело, что это прям фул-фул эко. Стривной действительно раунд будет. Ну, главное, чтобы потом уже Entropic сыграли нормально. И где-то действительно удача в игре сопутствовала. Потому что, ну, если Alien продолжит попадать исключительно с Алика по ногам, ничего хорошего ждать не стоит. Ну или если, конечно, будет Valve дальше так засчитывать пиксели. Не очень приятно, потому что было дело, он не по ногам стрелял, а все равно считало, что не фиксировало хороший дэмэдж. Ну, а он стрелял не по ногам, когда тот начинал прыгать, оппонент. В итоге прилетает в пятку все равно. Мы помним, когда он играл за сторону атаки, там вот видит оппонента, и этот засранец прыгает с девятки. Да. И Элен такой думает, куда ты прыгаешь? Я же тебя стреляю, ты можешь постоять спокойно? Да, неприятные моменты, но здесь в итоге 4 в 2, Entropic, девайсы пытаются раздобыть. Вот Лаки раздобыл для себя, удастся ли засейвить, сейчас посмотрим. Они, может быть, находят еще один девайс. Да. Не, ну как калаш. Да, нет, калаш. Нет, я имею в виду, сейвить-то он будет, я говорю... Именно что... Вот именно что дальше искать Форестеру смысла большого нет, а так-то да. Что сейвить это единственный уже выход, хотя с другой стороны пони пошли опять же охотиться. Лошади решили, что все, настало время, когда они могут начать доминировать на верпасе, но, конечно, пока вряд ли пони прям уж настолько поверили, хотя Бадди стреляется, получил показки от Форестера как раз таки, но тут уже после этого ушел, дабы не погибать напрасно. Ну что ж, все-таки засейвится один калашников. Моликом отрезается здесь подход к себе. Вроде бы все спокойно. Итак, Лаки. Дропает девайс. Он бы очень желал бы купить для Элиана ВП, но тогда придется играть без армора. Это крайне печально. Поэтому он Элиану вручает. Вот, держи аук, да. Да, будешь да. Его убивать. Тут уж извини, там братан. Тоже есть зум, да, так что пускай. Угу. Это лучше, чем пускай скаут, знаю. Поверь мне, говорит. Да. Ой-ой-ой, Экзор. Че себе? Ты че? А вот. Приходится немного питать дэмэдж и остаться. Немного, да ладно, он же потом взял, вернулся в молик. Это куда? Он бежал по стенке и вернулся в молик. Ну вот. Он говорит, я недостаточно сильно согрелся, хочу еще. Подзавис. Просто если. Где он у нас? У тебя есть возможность свободную камеру, то есть он выбегает из молика, делает движение вправо, оббегает вот это вот дерево, возвращается как раз таки потом налево, обратно в молик. И убегает из него на 20 хп. Музыка Бенни Хилла прям... играет на фоне. И он наворачивает круги. Ну что? Причем все в это время у него в руках был смог. Ну вот я тебе говорю, подзавис, парень. Так получилось. Смотри, кто у нас дабл пони решает потихонечку зайти здесь, позиции отвоевать. Но только экспертайз, который лоу хп идет, один чекает туалет, это самое. Пацаны, наверное, у меня много решение. Хп, я справлюсь. И
верьте в меня. Теперь ребята просто стреляют через смоки, время поджимает. Мы понимаем прекрасно, что сейчас им просто нужно и их выходить. Уже поджимает, что самое интересное, их, похоже, уже опять прочитали, и все. И тут без вариантов. Форестер хорошо сидит. Эллен уже поджал. Он действительно собрал информацию, какие тайминги. И вот аук реализуется. Минус по баде, Лаки разменял, но опять же вся инфа собрана. Теперь уже обратная стяжка от команды Entropic под точку А. Главное по одному не вылетать, стреляться. И на ретейке 4 в 3, конечно, можно будет по ней закрывать. Бомба ставится, но при этом время поджимало, поэтому все на скоропях играли. Лаки закидывает, да, Лаки в итоге погибает как раз таки. Ну и Афро забрал Града, Никел Бэк разменялся, 15-12, 3 матчпоинта у Entropic будет. Вот опять же, да, вместе вышли, без такого уж сумбура разыграли, ретейк и все. Слушай, ну мы с тобой ожидали этот момент. Там кто-то спрашивал, а чего мы так обсуждаем промахи Эллиана, если у него статистика, ну, на данный момент, например, 29-4-15. Мы переживаем. Ребята, неужели вы не понимаете и не переживаете? Да. Вам вот статистика. А человек, вот, представьте, попал и не убил, попал и не убил. И ты не знаешь, что там на той стороне вообще случилось. Зафиксировал ли какой-то дэмэдж или нет? Ну, тоже ж неприятно. А мы хотим, чтобы попадал и убивал. И переживаем за то, что вот такие ситуации курьезные происходят. И она ж не одна ситуация. Их произошло 3 или 4 минимум. А то, может быть, можно больше насчитать, если посмотреть вообще за все три карты, сколько там было таких моментов. Нет, верпа себя вообще у него не летит. Это прям видно. Но при этом убивает. При этом, да, при этом он все равно молодец. Но представьте, что бы было, если бы он попаданием убивал, а не коцал. 29-4-15. Это его фраги, и потом это можно... Вот такие вот фраги вот можно тут делать, когда там дебилы пони выходят из смоков. Ну куда? Двое вышли, остальные стоят. Ну что это за атака? Сегодня дабл пони уже поплыли. Все, у них закончились силы. Вот Эллен опять дал мишот Савика. Вот об этом мы говорим, что нет стабильности. Тут можно включать демку Эллина, смотри, конечно, где он фраги вот эти собирал, действительно. И может быть там пони в этот момент вообще стояли к нему спиной. Но так оно получается. Он за атаку, кстати, ловил тайминги хорошие, когда играл хорошо. Он проходил, отлично сработал. С АВП, может быть, конечно, промахи были. Но здесь Лаки сейчас двушечку. Здесь у нас, ой-ой-ой, да, двушечку собирают, конечно, очень хорошо. Тоже ребята пошли куда-то на сбор информации. И Форестер 1-2. Остается сразу палец на хелпе, Афро его забирает, и вместо победы Entropic решили, что они хотят погонять, может быть, и допы у нас на верпасе. Ну, я не думаю, что прям желание есть. Сейчас пистолеты с арморчиками. Ну, не было бы желания, не пошли бы через монстра поджимать. Слушай, ну, мы уже говорили не раз. Свободная игра, свободная касса. Ребят просто на расслабоне катают, позволяют себе, может быть, и лишнее. Но при этом они свободно могут и дабл пони собраться. Просто извините, ну, вот опять же, да, вот 3 в 5 вы создали ситуацию. Ну все, засядьте вы по углам и доводите дело до конца. Нет, у нас, ладно, Эллен был отрезан, он один остался в коннекторе. Ладно, он промахнулся, убили, остальные-то где успели? Михаил, расслабьтесь. Они же свободно играют. Ну зачем вы требуете от них, от себя чего-то высокого? Вы же видели, что они в первой половине вообще тренировались. Они брали Галили с МАК-10, когда у них было куча денег. И в принципе, ну экшен им нравится. Ребята создают для себя какую-то работу, сложности, и потом с ними справляются. Ну, мы обсудили, что турнир не настолько важен это в целом, что можно позволить себе потренироваться. Чем ребята и занимаются. Вот Боди свободно забирает двоих. Опять дабл пони могут поверить сейчас в то, что они молодцы, у них все получится. На следующий раунд девайсы от Entropic катком проезжаются. 16-14. Всем спасибо, мы закончили. А может быть допы? Кто знает, кто знает. Тут... Если дабл пони не пойдут под Б умирать, все сидеть там минуту, тогда может быть у нас будут допы. А если они, конечно, усядутся под Б, то наверняка их прочитают. Вполне. Но теперь уже осталось немного ждать. Совсем скоро. Ну просто дабл пони достаточно вот будет в следующий раунд действительно и сыграть более-менее грамотно, и сыграть под размен. Потому что, ну не будет у Entropic прям такого-то прям, я думаю, уже фулл контроля в последнем раунде. Там все-таки может сказаться определенная нервозность. Плюс мы опять же все-таки видим, что Эллен действительно с ВП ничего не летит.
за второй поинт, так точно. И. Надо этим пользоваться. Надо пытаться что-то изменить в своей игре. Но это, наверное, касается коллектива Double Pony. К Энтропик вопросов нет, они все, что хотят, то и делают. Эх, ребятушки, покупается у нас АВП, появляются эмки в руках Энтропик. Да, а Элиану Форестер как раз-таки дропнул АВП. Говорит, возможно, мое получше будет у тебя в руках сидеть. Опробуйте, как говорится. Ну и вот Экзерсайз выходит пока у нас под мидл, быстренько раскидывает хаешечки, смоками отрезает сам себя. Крат при этом поджимает коннектор, тоже прокидывает смоки. Слышал, возможно, даже уже, да, воду как раз кидал по Форестеру, плюс сам Форестер слышал ревоут уже под монстром. И в итоге Энтропик прочитали, что это будет под Б. Ага! Крат открывает дверь и забирает Бади, но Лаки в ответ, правда, жестко нашивает с калаша и последовал размен. Элиан за колонной готов принимать шорт. На точке А, конечно, остается на всякий случай опорник, потому что видим, что Экзерсайз у нас в роли уркера. Как раз-таки теперь уже пытается забраться под точку А, но там вот не киллбэк. Посмотрим, как сыграет, сможет ли он таймингами грамотно воспользоваться. Там еще гранаты в миде пока прокидывают. Никельбэк привлекается как раз таки внимание к банану. За этот момент мог бы поближе Экзерсайз пройти. Но Никельбэка все равно так просто не подойдешь, не обойдешь. Он все-таки прыгает через тайминг, проверяет длиночку и обязательно заметит. Да, Экзерсайза замечает. Уже и Смакевич полетел. И что интересно, он не столкнулся с Молотовым. Ну, приходится. Причем французы, смотри, 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 они батят на А, под Экзерсайза сейчас, конечно, стягивается дополнительный игрок защиты, но при этом французы пошли давить Б. Вот это уже более-менее интересно, видно, что они хоть что-то пытаются обдуманное провести. Двое через шорт, тут бомба через монстр, Экзерсайз на себя всех забатил, все, пошли воевать. Жока молодцом находит Лаки, забирает его в полотах, находит Форестера в хелпе, просто до свидания. И уже 2 в 4. А теперь сложно, теперь тяжело, Элиан! Жаль, второй выстрел не приносит у нас минус, но 1-3 оставшись здесь. Сушите весла, овертаймы, грейте нам, друзья. Посмотрим, где все. Здесь так просто мы не разойдемся. Здесь придется парни продолжать. Парни вели 13-8. Могли закрывать нормальную игру, но зачем? Сегодня у нас много КСа должно быть. Просто Энтропик посмотрели с Double Pony, видимо, там на параллельную катку. Говорят, они катали дупы, мы тоже хотим. Нам терять нечего. Ну как, всегда есть что терять. Всегда есть чем остаться. Поинты, поинты, поинты. Ну, эти поинты кому нужны? Double Pony? Double Pony очень нужны. Ну вот, а Энтропик говорят, нет уж, спасибо. Мы можем без них обойтись. Не, ну они, конечно, могут себе позволить уступить. У них там еще впереди много игр. Они как раз сейчас за последние 2 недели перед полуфиналами могут сыграть 5 игр, по-моему, еще. 8 команд в группе. Получается 7 матчей, значит, могут провести. Это для них второй матч. В принципе, все остальные выигрывая, там, свободно ты заезжаешь в плей-офф. Там у фарзов, например, да, уже все плохо. Они очень много проиграли. По-моему, они уже никуда не отправятся. У Double Pony сыграно 5 игр. Это 6-я. У них есть 9 поинтов. Вот так я помню. Для них, конечно, важно выигрывать. Важно забирать поинты, чтобы отправиться. Вот ты напомни, кто в группе у Энтропика-то остался. Ой, подожди, сейчас открою. Там самые-самые, ты знаешь. Там вот очень... я тебе и говорю. Да, а ты так говоришь, что я старше тебя игры выигрывать. Прямо ваш смешно стало. Finest, Sinners, Anonyma. Кейнер Регион уже была игра. Проиграли Висла Краков, а Гоу Фос. Но проиграли... Чуешь, да? Подъехали победы. Не-не-не-не. Но все равно ж... Мы прекрасно понимаем, что здесь Энтропик... Вису можно обыгрывать, Форс можно обыгрывать, Аго можно обыгрывать. А дальше дадут по щам. А, то есть ты считаешь, что прям все остальные проблемы, ну, если серьезно. Если Энтропик не будет играть Full Focus, вот в матче против Sinners и Finest, то не, ну это понятно, что без Full Focus мы не увидим даже 3 карт с допами и так далее. Ждем. Нет, ну без Full Focus мы вообще-то увидели как раз 3 карты и допы. Просто на Vertigo у нас не было Full Focus вообще, в принципе. На Ancient'е уже там французы изображали. Посмотрите. Поджимы от Бади. Сейчас объясню.
все очень просто. Мое понимание full focus, то есть full, то есть полностью. А тут когда-то желаем выигрывать, когда-то не желаем, поэтому три карты. Так без full фокуса, без какого-либо фокуса, мы бы, может, и третий не увидели бы, 2-0, закончили бы быстро. Да ладно, это все дилемма. У нас в итоге получается только одни фокусы. Да. Вот это фокус, вот это, друг, мы приехали с тобой посмотреть на это сражение. И у нас попробует по БПН дабл пони быстренько выйти сейчас. Крат просто выдает минус 2, то, что нужно было сделать вчера, он сделает сегодня. Ну и вот такой раунд нужно было, наверное, проводить до овертайма. Сейчас энтропики покажут, наверное, жесть, да, я так понимаю? Если уж начали. Я не понимаю, как Рад успел дверь открыть, чтобы его не услышали при этом. А если его услышали, то куда же вы смотрите это? Ну вот, ребята решили отдаться. Я, честно говоря, с момент с дверью тоже не успел заметить. Нет, показали Крата, когда дверь была уже открыта. Да. В этот момент они уже вышли как бы в воду. Непонятно, как так можно открыть дверь, чтобы ее не было слышно. Она может скрипит, как не в себе. Кто ее смазать успел? Кто, ребят, заставил уши закрыть, да, или снять наушники во время раунда? Ну, ты рассказывал, как там, кто у нас из Double Pony-то слеп иногда на разных турнирах. Вот. Возможно, он тоже подзаразил тиммейтов такие. Ребят, смотрите, у меня есть беруши и очки. Да. Видите? Очки полностью, которые закрывают свет. И ничего не видно. Слушай, ну, по 5, по молику. Афро пробегается 66 хп. Ребята, все, встали, присели. Но на длине афро открывается как раз под Эллина. Эллин не против встретиться с ним, конечно же. Ну вот и у Эллина полетел, Эллин молодца. Вот когда летит, когда все хорошо, тогда. И соло претензий, молодец. Занял позицию плюсовую для себя. И оппонент спокойно щелкнул. Вот опять же, да, смотри, все, у дабл пони. Нет. Еще не все так просто. И будет думать, что он вправо ушел, а он не ушел вправо. Нет. Тут экзерсайз может еще подстраховать, краски его ждут. Крат, правда, бади в итоге забирает. Ой, Леон, ну красавец. Без шансов. Разыгрался. Наконец-то полетел на топ. Видимо, парни такие, мы не закончим оверпас, пока Эли не начнет убивать. Не-не-не-не-не, ты имел в виду попадать, в смысле, именно попадать с убийством. Убивать-то он убивает. Нет, именно убивать. Убивает. Сами. Давай внесем коррективы тогда, ладно. Хорошо, потому что, ну, я не могу не показать его статистику. 34-4-18. Эллен, начни убивать, пожалуйста. Что тогда будет? Что тогда будет, Михаил? Тогда все пропало. Дабл пони вообще бы не смогли набирать раунд. Быстрый раунд, очередной пролетел, попытались что-то сделать дабл пони, но энтропик даже и не почувствовали это. Однако попытка в мидл пройти у нас повторно сейчас будет организована, Джок будет на подземочке, пока прострелы, прилетает Форестеру Крат. Да ладно, пропустил момент убить эксерсайза, тот даром просто пробегает. И попробует по длине, что самое интересное, пройти. Крат, кстати, на него экзерсайз, да, всегда бегает по длине, в принципе, там его уже можно ждать. Его уже зачекали, сейчас флешечка от никельбека несется, прям видим мы. Уап! Пошел, все, нету эксерсайза, он спрятался. Боди пока находится на банане, прокидывает смокевич, но при этом бомба, мы видим, стягивается под бэплэнд. Там и будет готовность, на воде уже Эллен стоит с АВП, смотрит, если кто-то будет из спауна проходить. Вот лаги. Это лишнее, конечно. Он знает, Крат знает, где эксерсайз, но он же выходит ему на прицел. Ну, без флешки, то зачем? Вот. Затем, что так получилось, так удалось. Эллен успевает развернуться, пожалуйста. Но вот второй выстрел без прицела, к сожалению, цель. Это было уже очень сложно. Нет, Эллен свой фраг сделал. В любом случае, дальше Джок разменялся и поймал кураж. Тут еще и Лаки за колонной. Форестер тоже у нас поседает по хп очень сильно. Ой, Джока, все, это его раунд. Трипл килл оформляет, забирает Форестера. Никелбэк. Слышит падение. О, подожди. Тут один в два остался. Кто-то брал наушники у Джока в этот момент. А вот... Опять, я что говорю, в один момент начинается глухота, слепота. Афро, верни наушники тиммейтам. Смотри, 13 секунд, бомбу пытается Афро здесь поставить, причем эксерсайз-то, который заходящий в спину. Еще. Вот только теперь, наконец-то, стал пытаться. А подожди, граната! Да! Ой, какая жесть, оказалось все, раунд ушел. Закончили, он остается. Ай, никельбэк. Ай, друже, ты порадовал моментом. Вот это да.
Вот это, ребята, записываем просто и повторяем по возможности. Это было здорово. Спасибо, Энтропик, спасибо. Несмотря на то, что ребята, ну, видно, что не требуют от себя многого на этом турнире, моментами они показывают очень крутые вещи. Тут, конечно, с этим не поспорить. Мы ждем вторую половину, но 18-15. Ребят, наверное, сейчас скажут, тут можно дабл пони отдать раунды, да? Ну что, да что так жестко? Покатать, а чё? Нет, ну видно, что дабл пони дошли до допов, такие, а все, мы перестали играть в Counter-Strike. Что это сейчас был за раунд? Что это за падение после трипл-килла спиной к оппоненту, причем когда он уже начал стреляться за 2 секунды до этого? Он стоит с гранатой и вот так вот, а все, убей меня. Так, оставим этот момент, продолжим. Не горите, Михаил, не надо, не сгорайте. На работе можно сгореть, как Экзерсайз это делает на детской регулярно, но ладно. Энтропик у нас один раунд за атаку должны взять, чтобы закрыть эту карточку. Ну а дабл пони, возможно, вдруг научится играть в защите резко сейчас, дабы на вторые допы поехать. Посмотрим, во всяком случае, как пойдут дела. У нас пытается Джока сейчас с банана тут смотреть, контролировать мидл, но смоки раскинули. Видимость нулевая. Опасно выходить, что-то чекать. У нас длинночку будет Афро присматривать с АВП. Там даже попытается сейчас, может быть, на банане помочь своему тиммейту. При этом отпустил длину. А это, конечно же, плюс для Энтропика. Они могут свободно промчаться, пока по длинночке заглянули в туалет и проверили, там никого нету. Крат просто под пиксель ждет. И, может быть, Афро сейчас на прицел-то к нему и подойдет. Если очень сильно ему захочется прогуляться. При этом, смотри, никакой инфы нету о том, как там дела обстоят на длине. И это опасно. Ой-ой-ой, крат ловит себе не самый приятный тайминг. Афро у нас скушал флешку, но не помешало дать минус. Тут же никельбэк врывается, его забирает. Пока 4 в 3, еще идет борьба. Джока здесь в туалетах не закрывают. Ну что, Форестер остался совместно с Элианом. Есть от Форестера минус. Элиан на траке здесь мансует, просто гуляет, как боженька. Молвит с этого тека. И угомонили они все-таки дабл пони. Подковали их на овертаймах очень жестко. Закончилось упражнение. Три поинта забирают для себя замечательный коллектив Энтропик. Два матча только сыграли. Ждем следующие битвы этого коллектива. Но это, конечно...